На смену снегопаду в Тверской области пришли крепкие морозы. К выходным температуры рухнут аж до минус 25 градусов. Каких еще сюрпризов ждать в феврале, наш корреспондент узнал у синоптиков. Подробности прямо сейчас. Снегу этой зимой радуются разве что только дети. Зима выдалась настолько снежной, что водители уже устали и от утренних процедур по расчистке машин, и от заснеженных дорог. Утром в четверг в областной столице центральные улицы были не убраны, а лишь раскатаны автомобилями. К примеру, вместо двойной сплошной снежный гребень на протяжении всей улицы Орджоникидзе. Поважановоуборочная техника, видимо, тоже не проходила. В результате вместо трех полос автомобили двигались только по двум, ведь третьей не было даже видно. В этом году мы катаемся на температурных качелях. То оттепель, то резкие морозы. Еще накануне в Тверской области были плюсовые значения. В регион пришел циклон Ольга, который принес четвертьмесячные нормы осадков. А уже в четверг погода резко изменилась. На улице ясно и солнечно, и достаточно сильный мороз. Циклон Ольга зародился над Балтийским морем, и Верхневолжье накрыли плотные снеговые облака. Но, как сказали в Тверском гидрометцентре, циклон в основном обошел стороной наш регион. Осадков выпало всего около 6 сантиметров, и это самый максимум, который зафиксирован в Торопце. А вот за ним пришел заток холодного воздуха. Сейчас по области у нас среднесуточная норма от 8 до 9 градусов. Вчера она была 7, ну, можем говорить, что в пределах климатической нормы, да, чуть там потеплее. То сегодня мы уже резко попадем в отрицательные аномалии. Вот от ближайшие выходные дни, то есть как бы вот развивается антициклон, будет хорошая солнечная погода, можно кататься на лыжах. Единственное, конечно, да, ночные температуры, особенно на субботу в некоторых районах при прояснениях может достигать и до 25, и где-то 27 градусов. Днем будет не так холодно, как ночью. Всего минус 14, минус 15 градусов. Погода, по предварительным данным, смягчится на следующей неделе. В целом, по предварительным прогнозам, остаток зимы сюрпризов не принесет. Погода будет соответствовать средним климатическим значениям.